Всем привет, это Вадим. И сегодня я вам хочу рассказать о своих первых впечатлениях о объективе Nikon Nikkor Z2470 2.8. Я купил этот объектив полтора месяца назад на Черную пятницу со скидкой $300. В принципе, что я могу сказать, я ни разу не жалею, что я взял этот объектив. Это реально классная штука. Во-первых, он сделан в Японии. По качеству сборки вообще никаких претензий. Во-вторых, это универсальный зум, на него можно классно снимать как и портреты, так и пейзажи. В-третьих, это многофункциональный объектив, здесь есть три кольца. Одно кольцо это зумирование, вот такое прорезиненное. Еще два кольца, на которые можно назначать пользовательские функции, например, менять диафрагму, или выдержку, или ISO. Также здесь есть вот такой вот небольшой экранчик, когда объектив включается, на него показывается, например, на какое фокусное расстояние будет съемка. Есть вот кнопочка дисплей, которая показывает фокусное расстояние и другие параметры объектива. Ну, честно говоря, я этими функциями практически не пользуюсь, потому что все дублируется в фотоаппарате. Также здесь есть вот такая кнопочка LFN, на которой можно назначить, например, автофокусировку, которая дублирует кнопку AF-ON. То есть вы фокусируетесь, ну, нажимаете кнопку, и идет постоянная фокусировка на глаза, и потом просто нажимаете затвор и фотографируете с постоянной фокусировкой. Среди минусов этого объектива я могу назвать это его цену. Он без скидки стоит $2300, что в принципе очень дорого для обычного любителя. И второй минус, он конечно тяжелый. Если его вот сравнить с 2470 на 4, то вот он примерно в 2 раза больше и в 2 раза тяжелее. Вот этот 2470, он стоит всего лишь в районе $500. То есть разница, сами понимаете, по цене в 4 раза. Но среди преимуществ вот этого объектива на 2.8, это намного более контрастные, сочные, насыщенные фотографии, в общем, более качественная съемка. Это самый любимый зум для свадебных фотографов, потому что он на 2.8 на открытой диафрагме делает хорошие снимки на любое фокусное расстояние, как на 24, так и на 70. Вот. Здесь резьба для светофильтра на 82 мм, и вы вот можете посмотреть, какая она, в принципе, большая. То есть объектив реально светосильный, и в него проходит большое количество света. То в яркий день сюда, ну, есть смысл накручивать ND-фильтр, чтобы отсекать лишний свет. Вот. И под конец я хочу вам просто показать несколько снимков, которые мы успели за полтора месяца сделать. Это нашей небольшой автопоездки на Новый год, на день Святого Николая, и также в нашу поездку в национальный парк Биг Бенд. Ну что, давайте посмотрим. Come on.